Всех приветствую. Вот сейчас в кадре наш туалет, деревянный, обычный, уличный. А вот эта вот зеленая дверь, вход туда. В общем, у меня появились соображения по поводу маленькой модификации этого туалета. Ничего, конечно, особенного, но тем не менее. Вот сегодня солнечный день, и входя вовнутрь, и закрыв дверь, здесь вот так вот мрачно все. Поэтому появилась мысль вот здесь над дверью, сделать небольшое окошко, ну где-то сантиметров 25 на 15, чтобы вечером хотя бы при свете луны в этой кабинке было, ну, немного светлее. В общем, для начала я изготовлю раму для стекла. Она будет максимально элементарная, простая. Вырежем вот здесь вот отверстие в соответствии с размером рамы. И посмотрим, что из этого выйдет. Идем делать раму. Вот нашел два таких бруска стареньких. Из них я и буду делать простейшую рамку для стекла. Thank you.
такая рама простецкая. И сейчас я вставлю стекло. Не буду там мудрить. Стекло внутри рамы я закреплю с помощью клеевого пистолета. Эстетики там особо никакой не нужно. Ну и смотреться будет вполне прилично. Получилась вот такая рама. Любимое слово — бюджетная. Стекло, как я говорил, закрепил с помощью клеевого пистолета. Все прочно, мощно. Ну и сейчас нужно будет вырезать проем для этой рамы. Thank you.
Вот таким образом теперь смотрится у нас окно. Все неровности и погрешности, которые видно, они закроются покраской. Так что будет смотреться неплохо. В таком деревенском стиле обычном. Ничего особенного. Вот чем дальше отходишь, тем красивее. А еще дальше ты так и думаешь, что и красить-то и не надо. Шутка, конечно. Но тем не менее. Сейчас зайдем вовнутрь. Посмотрим, насколько стало светлее. Ну, конечно, гораздо светлее уже. В будущем, конечно, планирую сюда хотя бы такой мобильный светильничек повесить. Но пока нету. Будем пользоваться вот этой новой световой точкой. На этом все. Всем пока. До встречи.